Так, всем привет. У нас новый влог, новые включения. Да, Федор? Да. Ты с палкой со стройки? Да. Так, давайте ему руку. И мы идем куда сейчас, скажите? На футбол. Ну, слушайте, что-то прохладновато. Ой, да, короче, мальчишкам позвонили их друзья, с которыми футбол занимаются. Привет, Даник. И позвали поиграть в футбол, да? Во вторую гимназию. Но ветер капец, прохладновато как-то. Но солнце светит. Ну ничего, давайте съездим, попробуем. Вот она, вторая гимназия. Точно-точно такая же. Федор, не ходи по грязьке, не ходи, обходи грязь. Да, точно такая же, как четвертая по архитектуре, только вторая. А вот и пацанчики, которым выходной день дома не сидится, да? Здорово, пацаны. Что, вы решили поиграть немного? Это хорошо. Как зовут? Сергей. Сергей. Брательник твой? Кость. А? Брательник твой? Да. А кто еще? Макс. А где он? Папа, где у нас мама? Он не пойдет. Не пойдет, скорее всего? Может, вас, пацаны, отвезти к нам в лицей? На искусственную поляну? Там хоть грязно не будет? Поехали, может, а? А ты мамке позвонишь, скажешь, что ты со мной хотя бы. А то она в окно выглянет, вас нету, и потом будешь получать трынды. Давай, звони и спроси, можно ли, хорошо? Я, если что, потом обратно тоже привезу. Так, короче, что мы решили? Мы решили переехать со второй гимназии в четвертую, потому что здесь натуральное покрытие. А натуральное покрытие в такую погоду подразумевает вот такое болото. И вот там вот, если играть, то все будут черные и зеленые. А вы и так зеленые. В смысле? А, в первый лицей, точно, тут-тут-тут, я ошибся, не в четвертую гимназию, а в первый лицей. Там хоть маломальское искусственное поле, хоть не повымазываются, как поросята. Все, идем в машину и едем. Так, пацаны решили позвонить Арсению. Федька, что ты плачешь? Догоняй нас. Давай руку. А мы пока идем на поле. Пошли на поле пока сходим. Все, перестань хнюкать. Короче, приехали мы в первый лицей. Тут какие-то подготовки вон с автоматами у народа. Так, а вон там поле искусственное. И вот оно хотя бы без грязи. Ну все, иди предлагай, будут играть. Андрюху им в команду, вас троих четверо, играйте. Че? Боитесь? Их больше будет. На сколько? На одного. Одного. Может, они тоже на футбол ходят, откуда вы знаете? Нельзя соперника недооценивать. Может, они круче вас играют. Смотрите, а какую распасовочку гоняют. Видите, хопа, между ног прокатил. Видели? Опа, растяжка какая. Ну, перебывайте, что вы? Я не понимаю, что за нас или за них? Я за игру. За хороший футбол. Да, хороший показательный футбол, это точно. Если хотите здесь, если хотите, можете вот на той площадке с резиновым покрытием поиграть. Вот там, Кость. За сеткой есть еще площадка. Видишь, вон там он? За сеткой. Там спокойно можно еще тоже поиграть. Там вам никто мешать не будет. Потому что здесь сейчас старшаки насобираются и будут играть в футбол, наверное. Ну, короче, если вас будут выгонять, придут старшаки играть, то туда и пойдете, хорошо, в сетку. Ну а пацаны же тоже играют во что-то? Че, вы их прогоните? Нет, как-то надо делиться и играть. Тогда надо их приглашать. Да? Вон, может, у них еще один тот парень повыше за них будет играть? Нет. Нафиг. Иди по футболу немного. Ух ты. Иди, догоняешь мячик свой. Федор. Вань, попадай, Вань, попадай. Ну что тебе пакет? Пакет, ветер сдул пакет, ну догоняй. Федька, ты пока иди сюда ко мне, пусть мальчишки там побегают.
Ну все, вы поделились, да? Все, отлично. Ну все, что стоим, погнали. Тот, кто ближе к воротам, тот и вратарь, все. Арсений не поднял трубку. Сейчас я его маме позвоню, спрошу, где Арсений. Костя, останови, обработай, ну! Вот он, настоящий дворовой футбол. Ребята удары отрабатывают. Он вратарь. Ну-ка. Ох, как хорошо. Ну-ка. Тут-ух, штанга. Федька, иди сюда поближе ко мне. Ну там сейчас футбол будут играть, смотри, чтобы мячиком не попали. Давай, подержи, потом вернешь. Ну-ка, покажи. Ага, держи, тяжелый. Ох, повезло, счастье будет, да? Ну-ка. Вот, держи за ручку. Ну и дуло вверх поднимай, ну-ка. Ха! Круто? Да. Все, кушать надо больше, чтобы его держать. Да. Все, спасибо, ребят. Ну что, вечером к нам придут гости. Брат папы Масиков. И вообще, вот мало кто знает, но название нашего канала, вот Масики, Масики Твинс, Масики Плей, это пошло от того, что когда-то в школьное время, когда мой брат учился в школе, у него был такой, скажем, никнейм среди пацанов, одноклассников. Его называли Масик. Соответственно, меня тоже называли потом Масик. Ну и вот, ребят, теперь вы знаете, почему наши каналы называются Масик, Масик Твинс или Масик Плей. А я хочу съездить к нам на дом на стройку. Там мама с детьми дома осталась. Они там играются, сейчас отдыхают после футбола. А я съезжу, посмотрю, что там у нас, может быть, что-то новенькое. Если есть что-то новенькое, сниму, покажу, расскажу. Короче, ребят, заехал я на стройку. Там есть много чего нового, интересного. Короче, ребята работают. Я думал, сегодня, может, у них выходной будет. Но нет, сегодня суббота у нас. Они работают, там вовсю пашут. Придумали все-таки, как нам обратно вернуть водяные теплые полы в санузлы. Договорились, уже сделали и пробили отверстие в полу еще одно. И сейчас занимаются прокладкой трасс для отопительных радиаторов. Поэтому я уже с камерой там не бегал, им не мешал. Мы просто потом с мамой, может быть, завтра будет воскресенье, выходной, их не будет, ребята, они будут отдыхать. И мы заедем, вам покажем, как это реально уже выглядит. А у нас уже следующий день, вышли прогуляться. Снег вообще весь уже пропал. Кстати, смотри, вкусненькое. Снега нету. Видишь? Ну да. Только там, где были кучи снега, там осталось немножко. Вот, например, так. Но так нету снега. Вообще весна. Немного погуляем, купим кое-что для съемок. И потом съездим на Малиновку, да? Поснимаем немножко, как там нам провели трубы к отоплению. Поехали, Федька.
Поехали в магазин. Пойдем. Поехали. Или, может, в Санту пошли? Пройдемся, он заодно прокатится. Ну, можно сливки взбитые посмотреть в острове Чистоты, там, может, дешевле. Ну, вообще, пошли туда пройдем. Посмотри, Федя, да. Федюнь, пошли туда. Дорожку здесь и туда покатим. Федя все маме листики собирает. Мы пытаемся ему объяснить, что это прошлогодние листики из-под снега, что такие маме не надо собирать, а он все равно собирает. Феденька, не надо их маме собирать, не надо. Не, они красивые. Ну нет, это они красивые были до зимы. После зимы листики уже не собирают. Надо ждать следующую осень, и следующей осенью собирать еще листики. Слышишь? Да. Ну хватит поднимать, они грязненькие все, Феденька. И песочек, и соль на них, и люди ногами топтали. Кинь их, пусть... Ну, что тебе сказать, если ты не слушаешься, да? Да. Да, вот и да. Непослухмяный хлопчик. Я всегда маме листики собираю из дома. Понятно. Фабирай. А смотрите, какая у нас погода сегодня, смотрите. Но так, чтобы жарко, то не сильно жарко. Я про погоду. Но солнце светит. Коротко. Ну что, нашла? Нет, подожди, нет. Подожди, ты не попала в кадр. Показывал снег? Нет, я покажу еще. Горы снега? О, нету, да? А вот, солнце светит, плюсовая. Но вот такой вот снег, который вместе с песком сгружается. Куча. Самокат укатился, Федя. Куча. Вот эти горы потом долго тают, долго еще лежат. Здрасте. Вот так, собирал листики, а самокат укатился. Вот этот Федюнькин. Позапрошлогодние листики. Но я ему говорю, что маме такие не нужны. Нет. Типа, он себе даже их типа собирает, не то что даже тебе. Главное, говорю, можно выбросить? Он говорит, конечно, нет. Конечно, нет. И неудобно тебе так с листиками будет ездить, Федюсь? Неудобно. Пошли, прокатимся, пройдемся. Спасибо. Вот она, видите, куча. Даже дети еще по ней пытаются подниматься, лазить. Вот такая куча снега. Что, Федор, не хочешь на кучу снега залезть на эту? Да. Как вам? Листики. Как букет. Вам? Букет листиков. Ты же, говорит, моя хорошая, я всегда ага. собираю. Ну-ка. Ты хочешь заехать? Федюнь. Да. Наверное, не получится заехать. Федор, можно выбросить листики? Нет, они красивые. Конечно, красивые, из-под снега вылезли. Ага. Безумно. Нет, мне же тебе нравится. Конечно, нравится, это ж ты мне их подаришь. Все, поехали, поехали. Лампочка у нас перегорела, хотели включить свет. Перегорела лампочка. Да, вот видите, уже у нас вода ведется. Раны такие, и пойдет туда вверх. Ага, вон оно, видишь, куда идет? Пойдет по потолку, да, туда и вот туда. Вот, вот оно, вот, видишь? И вот здесь будет соединяться. Ничего себе. Но это отопление. Вот это отопление пошло. Хм. А вот это вода будет холодная, горячая, наверх. А это отопление. Оно будет приходить. Боги. Вон оно где приходит. Видишь, еще тоже. Вон, смотри. И тоже надо вот здесь вот тоже спаиваться на второй этаж. То есть какое-то уходит на радиаторы, а какое-то идет, может быть, на теплые полы или что. О, боже мой, слышишь, суперконструкция. Тут не так все просто, как оказалось. Mm-hmm. Слушай, у нас где-то же должны были лампочки запасные, нет? Не знаю. Наверное. Поменять его. Я пойду наверх, посмотрю, там, значит, тоже, наверное. Вот это идет все. Пошлите, пошлите, тоже наверх скажу. Ой, ребята, классно как. Давай. А тут что такое за где? Вот это вот выбоина? Не знаю. Этого я не знаю. Ну это как бы ничего страшного, она потом-то замажется, просто что. А что же перфоратором целенаправленно, как бы это ничего. О, уже колонку сюда привезли, а принесли. Спрашивать у них, что, почему. Угу. Ага, ага, вот отопление трубы уже. Видишь, они какие, они в таком утеплителе и не будет греться пол, да, получается? В смысле? От них, ну знаешь, вот как у нас дома. Видно, где... Не ступай туда, не ступай. Идешь иногда, куда-то наступишь, и там пол теплый. Чтоб теплопотерь не было, чтобы вот отсюда тепло шло, да? Ну, в смысле, пол греть. Вот. Тоже. Не ступай. Угу. И туда. Ушло в ту комнату, вот оно тут. А это ж они долбили, получается. Да, это они додалбливали. И вот там они додалбливали, мучились.
Потому что, говорит, дырку сделать отверстие, это вообще беда. Арматура напихана. Капец, капецки. Федюнька, аккуратно. Тут пока визуально без изменений. Все изменения там будут, в этой комнате. Я не помню, мы это показывали? Показывали. Там, да, все изменения. Нет, тут же тоже радиаторы, вот все. Они еще не теплые? Может, они еще теплые? Нет, они еще не включались. Вот что они сделали, видишь, чтобы вывести вот тот, это отопление сюда, потом пойдет отсюда туда, то есть вот, вот они еще тоже сверлили, вот, разбивали немного. Капать. Короче, вот уже у нас, ага, и еще же оно на третье должно идти тоже. Да, и на третье потом должно идти. Ну вот как-то так, на третьем пока изменений нету. Такие вот у нас новостя с нашей малиновой рощи. Малиновой рощи? Малиновой рощи. Ты с тобой, да? Да.